Этот мужчина – наркоман с 5-летним стажем, ранее судимый за мошенничество. Освободился 4 месяца назад и стал продавать героин. Сбытом занимался в юго-западной части города, торговал со своего автомобиля. Он пытался заблокироваться в машине, порвать деньги, там сожрать героин. Не успел, его задержали, нашли деньги от сбыта и 2 грамма героина у него было при себе. Сейчас он находится под стражей, грозит ему до 12 лет лишения свободы. Этому парню 23 года, из них 3 он колется героином. Его же и продает последние полгода. Проживал со своей бабушкой, за нее же и пытался спрятаться во время задержания. А этот юноша несовершеннолетний, продавал гашиш, причем сам частенько его покуривал. Сейчас ему грозит до 4 лет лишения свободы. По словам общественников, все больше молодежи втягивается в распространение наркотиков. Самое страшное, что втягиваются через интернет. Предлагают им делать закладки, предлагают сумасшедшие деньги за это. Взрослые столько не зарабатывают, сколько им предлагают делать закладки. То есть все больше и больше молодежи втягивается. Но там, где сделал закладку, там и попробовать недалеко. Раз попробовал, два попробовал, уже наркоман. Борцам с наркотиками остается лишь одно. Несмотря на спрос, ограничить количество предложений.